На конкурс дети читают стихи. Хлебникова Мария, 9 лет, 3 А класс, Парабельская гимназия, село Парабель, Томская область, Татьяна Шапира, Телогрейка. Отца телогрейка висит в коридоре, и пахнет и потом она, и смолой. Отец не работал, ходил на стройку, не взял на войну телогрейку с собой. И сын, каждый раз в коридор выбегая, все нюхал ее, прижимая к лицу, и тихо шептал: «Возвращайся скорее!» Вот так помогал он себе и отцу. Ее не давал никому надевать он. И так провисела она всю войну. И нюхал сынок ее, будто молился: «Я папу дождусь, да, я папу верну». И вот наступила она, та победа, которую верили все до конца. И мальчик дождался, и папа вернулся. И папу он обнял и встретил отца. А все потому, что была телогрейка, которая столько давала тепла. Хотите, вы верьте, хотите, не верьте, но папе вернуться она помогла.